Дорогие наши друзья, в канун 2020 года мы хотим вам пожелать новых успехов, радости, счастья и, самое главное, любви. Любви безграничной, истинной, настоящей. Чтоб всегда у вас все было хорошо. Никогда не печальтесь о том, что прошло. И создавайте сегодня то, что будет радовать вас завтра. Присоединяюсь к Игорю Михайловичу и хочу тоже пожелать вам самого главного — любить. Самому любить всегда, в любой понятной и непонятной ситуации выражать эту любовь. И чтобы этот год и последующие годы действительно были такой духовной жизнью вашей, то есть жизнью вашего духа. И когда ты живешь именно так, как описала Татьяна сейчас, ты понимаешь, что праздник, он на самом деле каждый день и каждое мгновение, потому что ты находишься каждое мгновение в предвкушении того, что будет дальше, потому что это всегда непредсказуемо и интересно. И именно это тот самый истинный, настоящий праздник — пребывание с миром в духовном. Так что желаю каждому это ощутить и пребывать в этом. Да, действительно, ведь счастье, оно временным не бывает, так же, как и любовь, так же, как все искренние чувства, которые мы знаем наверняка, что они в нас есть. И каждый день мы можем проживать так, как будто бы это праздник, как будто бы это то, что является для нас самым ценным. Ведь как раз-таки время и внимание, как говорил Игорь Михайлович, это самый ценный ресурс. Так что давайте не будем тратить его зря, а просто любить друг друга и жить в любви. И действительно, мы как общество действительно можем жить счастливо и жить в любви. И каждый из нас действительно способен каждое мгновение так проживать. И в итоге так, чтобы мы, как все человечество, жили именно этой любовью и этой внутренней радостью, которая настолько близка и родна для каждого из нас. И сейчас особенно чувствуется, что это возможно, и каждый может это сделать. С наступающим вас 2020 годом, дорогие наши друзья! С Новым годом!